Всем привет! Давайте сегодня попробуем нарисовать рисунки, которые рисовали первые люди или первобытные рисунки. Будем рисовать такие простые. Так, для начала я думаю, что мы сделаем. Мы покрасим фон, на котором будут наши рисунки. Фон у нас будет такой... Можно коричневый, можно такой песочный сделать, потому что они все рисовали на камнях в своих пещерах. Наверное, когда зима была, и им было скучно, они начинали рисовать. Так, для начала давайте вот так сделаем вот такой овал. И вот так его легонько закрасим. Так, у меня черный тут есть. Угу. Такой вот у нас будет камушек. Сделали вот на камушке, мы нашли камушек, на котором будут нарисованы рисунки первых людей. Отлично. Каким цветом можно их рисовать? Можно взять потемнее коричневый, темно-фиолетовый, темно-красный. Наверное, возьму вот такой коричневый, смотрите, вот такой темный. Вот, да, побольше кусок взял. Что мы будем рисовать? Так, как бы они нарисовали воду? Воду они рисовали как волны. Вот такие. Вот. И можно еще одну, вторую. Наверное, вот так они передавали свои мысли. Вот вода. Деревья нарисовали как деревья. Наверное, я не знаю, можно кусты какие-нибудь такие нарисовать. Потом, как они рисовали людей. Человек был просто вот такой кружочек. Вот его тело. Здесь такие руки, может быть. Такие простые рисунки. И ноги. Тут, может, у него какая-нибудь палка была. Не знаю, копье, например. Он шел на охоту. Животных они рисовали тоже по-разному. Давайте я вот попробую нарисовать оленя. Такой вот у него рога такие большие. Тут вот так как-то шло, допустим. И все такое вот простое. Тело, тут сразу нога, и вот здесь еще нога, а тут вот хвост, наверное, ушел, и еще вот так нога. Вот так они представляли себе оленя. Значит, вот олень тут такой пришел воды попить, а человек, значит, в кустах спрятался. Так, что еще можно рисовать? Можно рисовать глаз, как они рисовали глаз. Такой простой. Такой вот овал. Здесь потом посередине зрачок с кружочком и вот такие реснички. Вот такой глаз. Что еще можно рисовать? Можно рисовать других животных, там, не знаю, тигров, если хотите. Все такое простое можно рисовать. Потом они начали рисовать, конечно, буквы, какие-то крючочки. Но это можно рисовать потом. Давайте еще вот здесь воду нарисуем для нашего оленя. И, наверное, достаточно. Вот. Смотрите, какой у нас рисунок первобытных людей получился. Всем спасибо. Ждите новых рисунков. Пока-пока.